Все мы помним, как в 2015 году певица Максим торжественно открывала свою детскую школу искусств. И вот выяснилось, что уже больше года школа не функционирует. Мы закрылись летом, и я хотела как можно быстрее это сделать, но мы поехали настолько прям в гастроли, что пока, к сожалению, жду своих деток на следующий год. И если через 9 месяцев школа все-таки откроет свои двери, то первыми учениками будут собственные дети Максим. Сейчас им явно не до занятий. Дни малышек расписаны мамой по часам. С утра и до вечера, на самом деле. Они занимаются английским, они занимаются теннисом, они занимаются плаванием, они занимаются гимнастикой, ну, в общем. При этом пока не ясно, на чьи плечи возложена работа по переезду и функционированию школы. После расставания певицы с гражданским мужем Антоном Петровым в том же 2015 году о личной жизни Максим было мало что известно. Однако недавно девушка намекнула, что поддержка в бизнесе и жизни все же есть. Да, потому что мой принц, он, в общем-то, скромен и предпочитает действовать именно логически, как мужчина, а не как показушник.